Всем привет, с вами я, Влав, и сегодня я вам буду рассказывать о такой команде, как PlaySound. Эта команда позволяет нам проиграть определенную мелодию, которую мы сами будем выбирать. Переходим по пути, который я скину вам в описании. Наверное, скину вот это. Давайте перейдем. Давайте я вам покажу все-таки, как это все работает. Открываем проводник, вписываем сюда наш путь. Итак, мы... И вот так давайте я вам покажу, что вам привычный, наверное, процент. АПП. Дата. Процент. И вот переходим в папочку. Процент. АПП. Дата. Процент. Переходим в папочку roaming, переходим в папочку .minecraft, в папочку assets, дальше virtual, legacy и sounds. Я вам скину весь путь, чтобы вас сразу перекидывало в sounds. Копируем и вставляем наш проводник. Вставить. Все, и мы в... Давайте, например, выберем папочку random. Так, и выберем вот этот вот звук. Я думаю, его чудно слышно. Так, да, первое, что мы делаем, мы пишем команду PlaySound. Мне для этого нужен командный блок. И, например, кнопка. Итак, давайте пишем PlaySound. PlaySound. Какую команду, папку, название папки, из которой выбран, то есть вот этот. И теперь это все давайте копируем, ставим. И дальше тут мы будем, давайте я вам покажу, что все работает. Или нет. Только у меня звуки. Я думаю, вам слышно. Например, тут я поставил 3 тильды, на самом деле на этом месте должна быть высота звука, минимальная громкость и максимальная. Например, давайте поставим высоту, например, ну я не знаю, ну 10. То есть, ну, то... дайте, ну, ну, 2 давайте, ну, не знаю, если 10, это много. Не, значит, 1. Сколько? 0,1. Давайте это, ну, я не знаю, 0. 001. Короче, это какой-то бред. Тут пропускаем. И давайте минимальную громкость 1. Давайте поставим. Что это за бред? 1. Короче. Все. Так. 1, 1. Нет, блин. Это меня напрягает. Вот так. Вот так. Давайте тут поставим 1. И вот тут 1. Не, вот тут 2. Так. Да ну, что она мне тут пишет? Я очень далеко, ну, сейчас.
Извините, я сильно затупил, я посмотрел все. Вот тут мы вот ставим. Вот тут мы ставим три тильды. А вот тут в чем прикол вот этого, например, давайте вот на один блок выше этого командного блока я должен стоять, чтобы слышать данный звук. А вот тут, например, нет, тоже могу слышать, короче, какой-то бред. С координатами запомните, просто ставите три тильды и все, больше ничего. И тут уже пошли у нас руки звука, например, один, один, три, три. И давайте нажмем. Ага. Угу. Не знаю. Стал он громче или нет. Честно говоря, так. Не. Я не заметил. Но оно все-таки. Если вы очень придирчивы, вы можете ощутить разницу, но мне, конечно, не очень. Ну, это все касательно данной команды. Проигрывать просто звуки на картах будет, ой, ой, как полезно, особенно вот этот вот, этого не видели, этого, вот этот вот, где тут есть такая папочка даже, портал. Круто будет. Я вам все рассказал о данной команде. Я думаю, вы слышали все звуки. Я думаю, вы не глухой, конечно. Ну, а с вами был Лав. Это был обзор команды PlaySon. Да, следующая, кстати, какая команда? А следующая команда, вот мы тут. Game Roll. Боже мой. Плохая команда, очень хорошая, но плохая команда. Ну, а с вами был Лав. Всем удачи. Всем. Пока.